В Доме правительства прошла встреча губернатора Ульяновской области с делегацией из Социалистической Республики Вьетнам. Сергей Морозов тепло приветствовал гостей. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, туризма, медицины и образования. Мы рассчитываем на проведение совместных молодежных форумов. Мы рассчитываем на проведение культурных и спортивных мероприятий. Представители руководства провинции Нгиан и Генерального консульства из Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге несколько дней гостили в Ульяновске. За это время иностранцы успели осмотреть культурные достопримечательности областного центра, предприятия в промышленной зоне Заволжья, а также по достоинству оценить деловой климат на территории региона. Имею свое личное замечание, что хотя он уже объездил много провинций России, но только Ульяновск, да, это самый решительный губернатор. И условия инвестиций очень открыты и создает всякие благоприятные условия для инвестиций. В конце встречи стороны обменялись рукопожатиями и подарками. Напомним, накануне председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Вьетнама открыл перекрестный год двух стран. Главы правительств подчеркнули, что оба народа ценят культуру друг друга и создают совместные проекты в разных областях. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.